Приветствую всех любителей натуральных камней. Снова с вами Людмила. Сегодня мы откроем очередную покупочку у нас. Это родонит. Замечательный камень, который мы приобрели в музее самоцветы у нас в Архангельске. И я вам сейчас покажу. Ну вот, смотрите, это вот такой камешек. Название родонита происходит от греческого слова, которое означает розово-красный. Видите, какой красавец. Хотя встречаются и красно-коричневые камушки. Но вот этот камушек, видите, он абсолютно не обработанный, не отполированный, какой встречается в природе. Вот такой вот он и есть. Черные вот эти вот включения – это оксид марганца. Вот такой камушек мы приобрели. Очень мне понравился, когда потянула к нему. Так, ну сейчас измерим линейкой, сколько он будет. Так, сколько он будет сантиметров. Сейчас померим. От 0, ну, до самой дальней точки. 7 сантиметров на, ну, примерно на 6. Да, на 6 сантиметров. Ну, тоже такой приличный камушек. Видите, как красота. Ну, по нашей традиции мы сейчас его пойдем ополоснем под водичкой. Построю водички. Так, ну вот так все. Смоем с него все, и он опять прибавляется к нашей коллекции. Очередной камушек. Видите, какой красивый родонит розовый.